Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби 2». И, как всегда, начинаем с ивента. Сейчас посмотрим, что у нас здесь за задание такое будет интересное. Надеюсь, интересное. Угу. Куча надгробий, плюс там пойдут у нас маги, гаргантюахи. Ну, для начала, конечно, лучше всего уничтожать вот эти вот надгробия. Тихо ты, уже бегут. Блин, я только начал, они уже... бегут вовсю, а? Охламоны. Так, ну-ка давай. Призрак бомби этого охламона. Тут еще и летающие зомби. Вот это вот плохо. Давай сюда шипы влепим. Так а толку мне от этих шипов, если они летают здесь? А ну-ка давай вот сюда вот. Бомби, бомби. Так, ульта. Куда нам ее применить? Даже применить некуда. Тихо, тихо, тихо. Далеко ли вы... разогнались-то, а? Еще, как мы видим, здесь и попугаи есть. Вот только их мне тут не хватало, а? Ну-ка. Успел, да? Я успел, ребята, сделать. Еще и маги. Слушай, ну с магами здесь надо... блин. А что делать-то будем? Наверное, вот так вот влупляем. Влупляем. Так, здесь с тобой делаем вот таким вот образом. Твою же налево. Так, привидение ставим сюда и сразу же под ульту его. Как-то так вот. Другого варианта я пока не вижу. Твою же налево. Уже одна у нас с тобой газонокосилка сработала. Плохой знак. Дурной знак, потому что там еще и гаргантюа повылазили со всех щелей. Вы сейчас издеваетесь, да, надо мной? По полной, блин, программе. Так, что мы с тобой сделаем? Блин, вот этих надо уничтожить. Эй-эй-эй, громозеки, вы далеко собрались, а? Вот скажите-ка мне на милость, далеко ли вы собрались? Ну, слава богу, здесь у нас с тобой есть газонокосилки, так что... в принципе, они нам ничего не сделают с тобой. Может быть, даже кого-нибудь и уничтожим. Может быть. Опять же, не факт. Ну, давай попытаемся. Ну... ну, хоть одного-то, господи. Есть. Одного все-таки шлепнули. Ну, как ты понимаешь, мы с тобой прошли испытание. Снэпдрагон 5 штук. Оу, васаби 3. И 1500 голды. Ну что же, я думаю, что стоит повторить попыточку. Даже хотя бы ради тех же самых голдишек. Ну что, у нас очередная с вами битва. Поехали. Так, а почему мне не дают привидения, а? Может быть, я хочу, чтобы призраки у меня были. Мне нужно ломать вот эти вот все надгробия. Так, давай, наверное, сюда поставим с тобой. Давай, 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 Каспер, старайся. По полной программе там бомби. Так, опять летающие идут. Блин, летуны эти достали, а. Шипы, это все, конечно, занятно. Шипики и тому подобное. Блин, не надо. Слушай, почему я не могу попугаев этих уничтожить, а? Вот в чем обидно-то. Если бы их можно было бы бомбануть, чтобы они не тырили, да, мои, как говорится, овощи и фрукты, это было бы вообще идеально. Так, вот здесь, смотри, что мы сейчас с тобой сделаем. Вот таким вот образом. Всех там подчикаем. Да-да-да-да-да, я так и понял. Ну-ка, срочно сюда, привидение. Просто срачковский. Так, сюда влепим. О, пошло, как говорится, дело. А здесь, думают, сейчас пройдут. Ага, довольные такие. Гаргантюа уже так быстро. Я только начал, они уже вышли. Так, предположим, я сюда призрака поставлю. Вот так вот. И вот сюда. Но только я сделаю, знаешь как? Под ультой. Слушай, ну тут вообще как-то мы с тобой быстро разобрались, будем честны. Ты посмотри. Давай-давай-давай этого шарлатана мелкого бомби. Ну что ты, куда ты забрался, а? Гаргантюа, ну ты же не пройдешь. Ты не пройдешь. Ой, не туда поссал. Все, легче простого. Ну что же, открываем. Боулинг. Васаби и 1000 голды. Ну что же.
С ивентом закончили, давайте теперь посмотрим, что у нас новенького. Ну, на арене, по-моему, все по-старому. Там, по-моему, четыре или три дня осталось у нас, да? До завершения основного задания, где мы с тобой получали орех. Сейчас посмотрим, чтобы быть точным. Четыре дня, друзья мои. Ну, я не знаю, блин, 500 успеем накопить? Вряд ли. Нет, ну если хорошо постараться, то можно. Кстати, 10 пиньят на кону. Я думаю, что есть смысл побороться, да? За 10-то пиньяточек. Лишними они точно не будут. Кстати, у меня орех Маркадемии прокачан уже до 3 уровня. Так, здесь у нас же босс, точно. У меня же, по-моему, подготовлена команда. Да, вот именно ей и будем играть. Так, сейчас, секундочку, я вспомню, как надо делать-то здесь. По-моему, вот так у меня была, да, стратежка-то сделана. Да, одно я забыл сделать. Маркадемия-то у меня была, это понятное дело. Но у меня здесь были еще мины. Я мины забыл взять. Ай-яй-яй. Ну, ничего не поделаешь, нет мин. Будем как-то без них справляться. Так, ну, поставим с тобой грибы, вот эти вот отравляющие жизнь зомби. Так, сюда, сюда и сюда. А дальше что? Ну, давай вот так, наверное, сейчас с тобой сделаем. Все, запускаем рулетку смертельную и ждем. Блин, лишь бы этот гаденыш не бомбил поле. Иначе он будет целые ряды сносить. Как бы не особо этого хотелось бы. Давай, влупляем. Не даем возможности ему атаковать, отлично. Так, может быть, применим с тобой, пока не поздно, да? Кто там у нас спортивный зомби? Понятно. Бежал, не добежал. Так, ставим, ребята, сюда. Атакуй. Что он не делает, я не могу понять. Так, гриб сюда. Блин, эта петушарня тут идет еще со своими курицами, а? Блин, вот именно он всю мазуту мне портит своими курицами плешивыми. Так, давай влупляем. И этот тоже. Гитарист, блин, фигов. Сейчас начнет тут своих плешивых, во-первых, выбрасывать. Это раз. Давай гриб ему под ноги подсунем. А что они ускорились-то, эй? А, ну правильно, там этот Чебурашка вышел, да, с фортепиано. Все, я понял. Из-за него, короче, вся эта кутерьма началась. Дайте мне удобрение, господи. Ни одного лунного цветка, что ли, нету, эй? Да что ж за дела-то такие, а? Если честно, такого, ребят, давно не было, чтобы вот так вот прям вот в наглую меня здесь пробили. Я не помню такого. Че это за дела-то? Где я опять лопухнулся? Да вроде бы нигде, все у нас под контролем, все как обычно. Что не так? Мы немножко, да, с тобой отстаем. Точнее, не отстаем, пока немножко опережаем нашего противника. Но в любую секунду это все может дело поменяться. Так что нам надо с тобой бомбить, еще раз бомбить. Без остановки. Маркадемию выставлять. Катапульты. Опять же, грибы. И ни в коем случае не пасовать. Удобрения нету. Вот это вот плохо. Когда нет удобрения, это все, ребят. Это трындец. Так, есть. Удобряшку я нашел одну. Влупляем. Так, тихо. Блин, вот почему мне никак не справиться с этими слетающими? Так, у нас уже залям с тобой, да, очков? То есть перевесик уже существенный. И это классно. Остается 15 секунд. Я думаю, что вряд ли он меня догонит в этом плане. А мы еще с тобой повоюем. Мы с тобой еще тут повоюем. Так, Маркадемию сюда поставлю. И вот так вот мы с тобой все это сделаем. Все, ребят, победа должна быть за мной. Отлично.
Офигеть, конечно, тут такая на меня битва шла. Но, тем не менее, 10 пиньят мы с тобой заслужили. И я их с удовольствием сейчас буду, ребят, вскрывать. Давай, посмотрим, что нам отсюда выпадет. Итак, первый лот — это грибок ночной. Фумшрум. О, тыковка. Это хорошо, ребят. Блин, вот тыковку бы, конечно, можно было бы купить. Черничка 20. Так, ядовитый гриб. Вау. Блин, я думал, что сейчас прокачаем. Угу. И кабачок. Ну, это редиска, понятное дело. Грибочек любви. Перфюм шрум. И солнце гриб. Все, да? Слушай, ну, неплохо, я тебе скажу. Неплохо, черника там выпала. Даже тыква. Ну что, я, наверное, пока гляну. Или подожди секунду, гляну. Глянуть мы всегда с тобой успеем. Давай посмотрим, что у нас на пенни. 3400 я получил, да? 3400. И получается, что у нас новое задание. Или как? Да, друзья мои, у нас новые задания на Penny Pursuit. Я так понимаю, где будет разыгрываться васаби. Так, давай посмотрим. 8 уровень. Сложновато мне будет 8 уровень. Давай-ка 5 попробуем для начала. Хотя бы посмотрим, что здесь за противники. И в чем вообще здесь суть. Ну давай, давай, давай. Ага, бонусные клетки. Заморозка, гравитация. Не знаю, вот это что у нас. Ну давай поставим. Я не знаю, ребята, не по-русски, нифига не понятно. Переводить неохота, если честно. Со словариком тут сидеть. На шару сделал. Так, поставим сюда. Бонусные клетки. То есть мы не должны с вами, наверное, позволить раздавить вот эти цветочки. Скорее всего. Как я могу понимать. Ладно, сейчас мы посмотрим. Прав я или не прав? Ага, этих ханориков тут только мне не хватало. Мелких, да? Давай-ка сюда, наверное, поставим с собой цитрона. Ну-ну-ну-ну. Блин, неужели придется использовать? Нет, обошлось. Ну, а раз обошлось, значит, все хорошо. Этих сразу уничтожаем, да, получается? Мелких пришельцев, которые... с небес там падают. Воу-воу-воу. На тебе. Давай. В отключку их всех, естественно. Ну-ка, попробуем активировать. Да, все отлично срабатывает у нас. Так что нормуль. Если мы с тобой, как говорится... Так, подожди-ка, наверху, наверху проходит. Вылупляем. А чё такие жесткие-то, эй? Нифига себе. Вроде бы какой-то 4 уровень, да? А фиг пробьешь. Дай-ка я этих вырублю. То не идут тут нахрапом на меня. Смотри, что тут происходит. Пора их, наверное, сдуть отсюда. Вот таким вот образом. Воу-воу-воу-воу. Орда, орда пошла. Срочно уменьшаем их там всех. Кого только можем и где только можем. Вот такие вот маленькие, это совсем другое дело. Давай сюда поставим электрокамыш, потом вот сюда. И, наверное, будем активировать. Получится, нет? Пробить. По идее, должны. Этих тоже сейчас уменьшим. Сюда поставим. И сюда. Так, цветочек давай, родной мой. Уменьшай их, пожалуйста. Вот так вот. И теперь просто-напросто наш персик будет их. А все, мы, по-моему, прошли. Да, ребят, мы прошли. Первое испытание, первый уровень сложности. Ну, а что поделаешь. Зато 600 монет заработал.
Так, открываем с тобой новый перх. И плюс у нас награды. По две конфетки и 5 гемов. Насколько я понял. Так, давай посмотрим, что у нас. Да подожди ты, я все понял, что здесь. 9 уровень. Блин, я лучше за монетки подерусь. Ну, понимаешь, я трезво оцениваю свой шанс на победу. Зомби 9 уровня меня здесь порвут. Поверь мне. Просто разорвут в хлам. Да что ты... Давай посмотрим вот это вот. Заморозка зомби. Полная или частично? Так, и здесь еще эти летуны. А я должен защитить... А как? Блин, ну тут, конечно, нам нужен вот этот вот парень. Это понятное дело. Плюс Снапдрагон. Потому что здесь наверняка будут пираты. Они будут прыгать. Больше, чем уверен. Зачем я сейчас сделал это? Вот объясни мне, нафига я сейчас выстрелил из кокосовой пушки в холостую? Ну давай, 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 вжариваем. Только не говорит, что он пройдет. Он пройдет. Нет, не прошел. Слушай, смотри, действительно заморозка полная. Ну-ка, влупи ему. Окей. Да, наверное, мы с тобой так и сделаем. Вот так вот будут у нас идти наши бумеранги. А спереди будут уже стоять снапдрагоны. А еще сделаем ряд из кокосовых пушек. Так, 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 подожди, подожди. Вот внизу летит, блин. Заморозка сработала. Заморозка сработала, блин, а мне его нечем, ребят, подбить. Подсолнухи очень... Очень долго выдают энергию. Пока я их так сдую. Да, конечно. Не особо хорошо получается. Что сделать? Влупить, что ли, хорошенько им, а? Давай влупим. Вот таким вот образом. И здесь также. Окей, предположим. Опять летят. Пушка бомби. Давай сюда поставим. И, наверное, вот так вот сделаем. Сейчас мы с тобой... Хотя, слушай, прошли. Но сложновато. Мне кажется, если бы был бы уровень чуть-чуть посерьезнее, сфейлился бы однозначно. Ладно, хотя бы пройдем помаленьку. А потом я уже обычно, ребята, смотрю, где можно попытаться. Но вот здесь можно попробовать поиграть за васаби. Но видишь, в чем суть? Ребят, васаби, его нужно покупать. То, что я сейчас получу 5 карточек на него, это мне ровным счетом ничего не даст. А вот монетки, поверь мне, монетки сейчас в данный момент для меня имеют большую роль, чем этот самый васаби, который нужно купить, чтобы потом прапать. Бред. Так, слушай, ну заморозка, в принципе, мне понравилась. Ух, ё-моё. Зашибись. И одна у меня кукурузина здесь должна против этого всего сброда драться. Так, подожди, звездочку поставим. Ну что, банан, давай, влупляй. Звездочки. Пускай тут стоят. Так, вот сделаем, предположим, да? Банан, бомби. Я вот, знаешь, что еще думаю? Как бы с этих надгробий... Вот, вот этого вот в первую очередь нужно бомбануть. Банан, заряжай. Ага, успели подбить. Такс, вот этого не надо. Вот этих вот зомбарей, пожалуйста, не надо. Блин, они сейчас начнут тут буянить. Конечно, начнут. Там, тут, со всех щелей. Вот этих вот надо с надгробиями тоже уничтожать. Вон их тут дофигище просто. Бананы. Зашибись. Еще и эти полетели. Попугай фиговый. Так, банан, давай. Уничтожаем этого зомби. Кто тут у нас? Вон, пиратики, да? Ну что, влупим, наверное, с тобой банановую мощь. Так, идет, идет, идет. И причем он здесь не один. Он здесь не один.
Давай бомби по всем. И там, и здесь, везде, где только можно. Плюс ко всему банановую атаку. Совсем другое дело. Давай сюда. Но пока все хорошо. Блин, а этих врагов очень много, смотри. Медуз этих. Заморозка пока сработала, это нам на руку. Где там еще? Ага, вижу. Сюда бомбим. Потом сюда. И в конце концов куда? Да в любую точку. Потому что здесь мы с тобой уже опять прошли. Я вот не вижу, вот, ребята, вот силы от этих вот звездочек, да? Когда мы с тобой играем растение против зомби-герои, там вот эта звездочка бомбит не по-детски. Здесь же какое-то фуфло. Мне не нравится вот эта звездочка. Так, ну тем не менее, мы с тобой прокачиваем перк до второго уровня. Я так понимаю, это будет нам даваться больше солнечной энергии. Но это не точно. Так, здесь 1200 у нас разыгрывается, да? Первого уровня. Давай попробуем. Блин. А что так быстро энергия закончится? Ну, в принципе, ее 15, да? Раз, два, три. Мы с тобой три уровня поиграли. Как раз по 5 энергии за каждый уровень. Да, все правильно. Так, зайдем с тобой тогда на мой огород и посмотрим. Во. Хорошечно, я тебе скажу. Очень даже неплохо. Так, ну что, 31 гем. Так, мы с тобой еще вот здесь вот не взяли бесплатной пиньеточки. Вот она. Ну-ка посмотрим, что нам тут дадут. Угу. 5 редиски и 5 подсолнухов. Ну что ж, спасибо. Больше у нас ничего здесь нету. Есть костюмы. Слушай, вот этот костюм мне нравится. Я тебе серьезно говорю, мне нравится. Я, наверное, куплю. Что у нас еще есть? Так, погоди-ка. Ну вот, смотри, блин, 749 рублей, чтобы купить эту, извини меня, васаби. А вот это вот, как-то индюшечья катапульта, вообще стоит 1500. Откуда они такие ценники берут, а? Не, ну правда, для Европы это, на самом деле, ребят, копейки. Это для нас очень дорого, для россиян. Для Европы, для Америки это сущие пустяки. Так, ну что, ладно. Посмотрели, как говорится, да? Жужу, иди-ка сюда. Вон, крокодильчика, пожалуйста. Опыли. Хочу посмотреть, есть ли у нас какие-то с тобой ивенты. Да и заодно награды забрать. Так, гемы. Две штуки, еще гемы. Так, это уже 5 штук. Конфеты. Опять гемы. Так, неплохо, что-то мы тут с тобой нахапали. Когда это все успели выполнить. Так, Пенни пурсует. И отквест комплит. Все, да? Секунду. Погоди-ка. Ага, у нас с тобой деньги есть. Все, ребята, все. Давай выполнять. Я до сих пор его еще не выполнил. Я уже думал, что все, он у меня исчез. А он, оказывается, висит. Это как раз то самое задание, где у нас, да-да-да, индющие катапульты. И, блин, как-то тут надо. Ой, задница в мыле сейчас опять будет. Давай. Давай-давай-давай-давай, быстрее-быстрее-быстрее-быстрее. Энергию мне солнечную, все это, как говорится, вперед и, блин, с песней. Так, могилоед там лопай. Уничтожай. Так, давай вот это активировать с тобой. Все, надо здесь бомбить. Пока есть такая возможность. Блин, тут проходит уже. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Подожди, что там? Все, я вспомнил, из-за чего мы проиграли. Из-за курицы мы в последний раз с тобой фейлились. Именно из-за нее. Ну, то есть курица начинает бежать, и мы начинаем с тобой. Так, не надо там. Пошли прочь отсюда, а.
Ты видишь, в чем проблема? Здесь уже у нас с тобой ничего нету. Вот здесь вот никакой защиты. Сейчас курицы побегут, и все, и нам с тобой крышка. Ну давай, 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 давай. Эндуриан этот выставляем. Я не знаю, там что еще можно выставлять. Да сдувать их всех. Куда ты бежишь? Конечно, сдуваем, ребят. Куриц этих всех, 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 всех. Не успел. Трындец. Я просто, ребят, я не могу, я не успеваю, понимаешь? Я не успеваю за всем этим, блин, делом контролировать. Ну что, давай попробуем, наверное, повторить. Денег там у нас хватает хоть? Или я все потратил? Посмотрим. Пока что-то есть. Пока что-то есть. Кстати, надо нажать на паузу. И знаешь, что я хочу сделать? Вот эти вот кнопочки поставить под клавиши, чтобы мне не кликать, блин, постоянно сюда переносить, а чтобы я нажал кнопку, и у меня активировалась уже та или другая магия. Так, ну что, вроде бы должно у нас все сработать. Главное тут очень быстро работать, оперативно. Быстро, оперативно. Как ты тут сделаешь быстро, блин? Я, например, ума не приложу, как тут это все можно сделать быстро. Попытаться, конечно, можно, но вряд ли это что получится. Еще курицы вот плешивые, бесявые. В принципе, только из-за них все вот это вот фигня получается. Они пробивают, они бегут, сломя голову, и они же уничтожают все. Верно, верно. Так, давай-ка мы с тобой, наверное, влупим. А вот здесь вот все сдуем. Ага, ага, ага. Так, что у нас там, заморозка? Заморозочка. Так, опять я остался, да? С голым задом здесь вот в данный момент. Ну-ка, может быть, вот так вот сделать. И еще разок, наверное, за... Видишь, они так и хотят тут проскочить. Да не понимаю я, блин, теперь этого мелкого хлыща ты видишь? Так, что у нас там по деньгам? Что у нас по деньгам? Сейчас посмотрим. Ладно. В принципе, есть смысл попытаться что-то сделать нам здесь. Давай сюда поставим. Курицы, это все, конечно, хорошо, ребят. Вот что вот он делает? Этот просто маг забирает солнечную энергию, да, и все. Больше ничего, или он что-то еще там охламом несчастный бомбит, а? Мне просто не видно, и я не успеваю смотреть. Так, подожди, подожди. Вот, эндуриана поставили. Давай. Вот, вот эти вот бочки, друзья мои, которые, видишь, катят. Вот эти вот ханорики. Вот как раз с них вот эти вот мелкие зомби-то и вылетели. Именно из них вылетели, да, и, соответственно, перепрыгнули здесь в тот раз. Ну куда ты тыришь у меня энергию, а? Последнюю мою. Так, влупляем. Так, тут, наверное, бомбить надо. Че успел, то успел. Опять, смотри, видишь, там и спортивные, и курицы эти. Не успел. Вот, я видел, здесь вот пробежала. Я даже не успел, ребята, переключиться между заклинаниями, понимаешь? Нет, это пока не для меня. Я не знаю, может быть, накопить 1030, что ли, чтобы просто, знаешь, сидеть и на одной магии тут вылазить. Мне очень тяжело, тут экран большой, отсюда сюда перепрыгнуть, ну ты понял, да? Здесь активировать заклинание, например, какое-то, потом идти сюда поставить какое-нибудь растение и плюс при этом еще отбиваться, это невозможно. На мобильнике это... Одним нажатием все делается, кнопочки. Да, по экранчику провел, там нажал, тут кликнул, все, здесь же. Все не так.
Ну что, давай, наверное, с тобой на аренке тогда поиграем. Маленечко. Ну, прежде чем поиграть, нам нужно с тобой еще, соответственно, получить перчатки. Ну что, друзья мои, наши положниковые 4 перчатки у нас в кармане. Так, мы сейчас с тобой проходим, еще 2 перчатки получаем. То есть, должны сегодня неплохо хапнуть. Это при раскладе, что все у нас здесь получится. Ну что, поехали? Охо-хо-хо-хо. Давай. Я, наверное, не буду сейчас ничего менять. Оставляем с тобой ту самую пачку растений, которые у меня есть. Именно теневые. И попробуем с тобой отбиться. Да? Ничего менять не стоит, я думаю. Или все-таки вместо вот этого поставить нам... Или вместо этого поставить... Слушай, здесь летающие же есть, да? Мы можем с тобой заменить... Подожди-ка, а нам дают вообще? Нам же, по-моему, их запрещено брать, да? Да, клевер не дают. Плохо. Каспер здесь не особо хорошо зайдет. Хм. Кто у нас еще хорошо против воздушных? Вот этот вот. Но он просто сдувает их всех и замедляет. Можно взять, конечно, мину. Поставить, предположим, да? И потихонечку ее дублировать. Не, давай попробуем вначале так. Как у нас есть, сейчас начнем с тобой, блин, химичить и, как всегда, только навредим. Так что, что есть, то есть. Так, как мы там с тобой делали? По-моему, у нас сзади идут сумрачные катапульты. Так, сюда мы вставляли вот этих парнишек. Слушай, а может быть нам вот так вот все-таки сделать? Мне просто неохота вот эти вот ячеечки вот эти тратить на маркадемию. Я, наверное, лучше вот так вот сделаю. Сюда поставлю таким вот образом. Сюда мы поставим маркадемию, а вот здесь мы сделаем... Да пускай будут эти катапульты сумрачные. Ну и грибы. 2 рядка маловато, конечно. Ну фиг с ним, пускай будет так лучше. Ага, ну что, друзья мои, в бой. Ух, начнется сейчас жаровня. Активируется босс. Поехали. Давай. Пускай там пока ржет. Нас это не смущает. Мы вот так с тобой сделаем. Упс. Провалились куда-то, да? Дружи куда-то провалился. Нифига себе, это как он так умудрился меня обогнать? В 3 секунды. Каким, блин, образом? Объясни мне на милость. Что он там такого сверхпупер, блин, я не знаю, чудесного сделал? Что вот так вот меня обогнал? Я не знаю, ребята. Но вот факт налицо, и ты это прекрасно видишь. Так, маркадемия, да, где-то у нас лупендили. Оу, вот это было подлинненько. Вот это сейчас было подлинненько сделано с его стороны. Что-то пробили нам, по-моему, тут проходы всякие, выходы. Да, ребята, ужасно что-то тут происходит. Надо отбиваться. Как тут отбиваться, ё-моё, когда тут их напор такой идет. Давай, родной мой, бомби. Защищай территорию. Он скажет, да пошел ты с своей территории, блин. Защищать я ему должен здесь, да? Но этот гаргантюа идет на пролом. На все по барабану. Маркадемию ну что вот я ее поставил? Тут еще этот халабуда прет с гитарой, да? Давай хоть кого-нибудь на дно утащим. Что-то вообще сбилось все, друзья мои. Все просто сбилось. Противник меня обставил. Обставил конкретно.
ничего у меня тут уже не выйдет. Я не верну преимущество. Чё-то как-то слишком свирепо они начали. Этот еще гаденыш пробил тут дорожку для своих же, да? И ты видел, что там вышло. Просто начали проходить, вот все. Прошли в наглёшь. Еще и музыкант там. Что там у нас, ребят, получается? Мы с тобой на месте, да, просто стоим? Даже ляма не набрали. Даже ляма не набрали. А почему не набрали? Потому что мы не можем с тобой здесь ничего сделать. Никакого заработка у нас с тобой по очкам не идет. То, что я вот эти вот орехи выставляю, толку-то от них, если они не находятся в тени. Ну вот и результат. Почти на 900 тысяч мы сфейлились. Ну вот и как вот, вот скажи мне, вот как вот он победил? Ну вот он не мог по логике, ну никак здесь набрать 1621, ну 1 621 000 тысячу. Ну никак он не мог набрать. За счет мин вот этого? Нет, ребят, если только лишь у него один вариант, что эти растения были под ультой. Все. Больше он никак. Эту, я, конечно, могу заменить вот этого вот ромашку, или как я не знаю его назвать, тоже на мину. Давай попробуем, посмотрим. Ну, я тебе говорю, что от этого эффекта мало. Я пробовал такую стратегию. Вот убирал кого, где он. Вот вместо вот этого ставил мину. Эту доисторическую, первобытную. Где она? Вот. Поверь, ну, особого эффекта нету. Давай ради интереса посмотрим, блин. Просто ради интереса. Так, сюда кого нам поставить? Да катапульты пускай стоят сумречные. Другого все равно тут не поставишь. Не знаю, Маркадемию. Вот нету смысла даже их сюда выставлять, да? Нет, они, конечно, спасают от куриц, там от всякой ерунды. И все. Ну, ради вот защиты от куриц, мне как-то кажется, нет смысла ставить. Давай поставим сюда помине, чтобы они сразу же плодиться начали. Сделаем с тобой рядок из вот этих грибочков. И два рядка из мин. Хватит нам? По идее, должно хватить. Так, и сюда. Ну, я тебе говорю, мало эффекта, сейчас посмотрим. Опять же, всегда по-разному все. Я Маркадемию забыл поставить, да? Молодец, красавчик, елки-палки. Эти-то забыл влепить. Ай, фиг с ним. Что сделал, то сделал уже. Как всегда, лопухнулся. Начинает бомбить, блин. Ни свет, ни заряда, а? Пока мы не будем с тобой применять. Или будем? Давай применим. Лучше быть. Куда ты разогнался, а? Прищалыга, разбежался он. Слушай, ну не знаю, мины почему-то здесь, ну, нормально работают. Взрываются, все как полагается. Почему же мне говорили, что тогда бонус фиговый у них? Не знаю, на каком основании вообще все это сделано. Блин, наверху, конечно, пробили у нас брешь. Раздражает это все. Что у нас там? Мина, давай. Бомби. Так, плодимся. Еще эти статуи поперли. Ну, по красоте. Вроде как по красоте. Идем пока все нормуль. Так, сюда поставим грибы. Грибочки наши родные. Ну куда вы, блин, спортивный зомби? Блин, вместе с этими курицами в совокупности это трэш полный получается. Все, опять тут меня пробили все. Этот еще спортивный со своей гитарой. Дурачок, а, местного разлива. Начинает вот эту вот шарагу свою наяривать здесь. Так, ладно, лямчик мы с тобой наскребли.
с горем пополам. Ну, так, дальше что? Сюда. Давай сюда. Гриб, давай массовую. Молодец, красавчик. Удобряшка. Удобряшка, давай мы ее на мину. Будем с тобой мины, как говорится, лучше улучшать. В таком случае. Тут можно уже маркадемию потом уже ставить. А что? Что мы теряем? Да ничего. Так, лям 200. Давай вот это вот с тобой активируем. Лунный цветок надо поставить. А то вообще что-то у нас без тенюхи тут все. Очень плохо и печально. Ну, сколько там еще? 7 секунд. Ну все, тут победа за нами, ребята. Полтора лямчика мы сделали с тобой. С горем пополам. Так, ну тут видно, противник просто был слабый. Да и все. Ну, две перчатки мы зарабатываем. Это еще сверху. Одну сфейлили, две получили. Итого у нас должно быть их 5. А, нет, 4. Раз, два, три, 4. Мы можем добраться до этой пиньяты, но не факт. Ну, попытаться стоит. Ну что, поехали? Давай, попробуем. Ну давай, не томи, не томи, быстрее. Оставляем, наверное, свой прежний набор. Поехали. Так, жалко, нельзя сделать и расстановочку, да, сразу сохранить. Было бы вообще прикольно. То есть не надо было бы заново все это выставлять. Нажал бы на кнопочку, и все встали, как и были раньше до этого. Так что мы с тобой здесь выставляем так же, да? На этот ряд. Секунду, вот так вот мы с тобой делали в тот раз. Ага. И сюда. Сюда мы ставили мину. Сюда мину. Так, эти два ряда, что ли? Ну, здесь грибы, понятно. Здесь мы поставим грибочки с тобой. А те два ряда уже залепим минами. Почему не могу вот это вот сохранение, да? Как вот сейчас в данный момент поле обставил, чтобы сохранить для следующего боя. Ну что, вроде бы готов, поехали. Посмотрим, как на этот раз получится. Если этот гаденыш не пробьет ряд, все должно получиться хорошо. Так. Начинает сразу же, да, строчить. Минус сумочная катапульта. Так, смотрим внимательно, ребята. Он бежит. Хлоп, и больше... Нет, он еще выжил. Нет, не выжил, ребята. Пардончи, не выжил он. Так, грибы, куда грибы-то поставить? Грибы некуда влепить. Все минами закидали, ага. Все, да не все, видишь, что происходит? Эти летающие, вот как раз летающие зомби, которые на стрекозах, больше всего проблем нам создают. Больше всего. Так, ладно, сумрачные катапульты. Естественно, грибы. И что? И что? Я куда-нибудь что-нибудь успею где-нибудь влепить? Я могу вот этого поставить сюда. Пускай он потихоньку, полигоньку, но он как-то будет бомбить. Сюда влепим цветок. Сюда поставим мину. И грибы. Опять же, все это не успеешь сделать. Ну, вот есть только вот так, конечно, через удобрение. Зачем у меня наверху стоит маркадемия, которая даже ничего не сможет сделать? Вот этого я не понимаю. Она просто там тупо занимает место. Ну, согласись. Давай, гриб. Вжаривай. Блин, я-то думал, что мы с тобой гриб сможем прокачать. Обрадовался, помнишь, когда мы с тобой достали его? Но нифига подобного.
Он еще не дожил, не дорос до прокачки. И вот жалко, что этот цветок, он не может затянуть под землю Гаргантюа. Он только маленьких, слабеньких зомби может. Как бы здесь несправедливо, если честно, в этом плане. Ну что, полтора лямчика есть, еще почти минута, ребята, у нас с вами битвы. Потому что тут не знаю, как делать, давай ее сюда, наверное, поставим с тобой. Сюда, куда? Сюда, наверное, поставим. Здесь. Давай. Мне бы хотя бы пару удобрений, было бы неплохо, но... Во, есть одно. Сюда его поставим. Будем плодить мину. Так, утягиваем. Ну все, тут 10 секунд, ребят. Сколько у нас? Полтора ляма, да? У врага полуляма. Все, мы выиграли. Мы выиграли и получаем с тобой, по-моему, конфеты. Да, 8 конфет. Следующий приз идет 6 пиньят. Конечно, поборемся мы за них. Ну что, сразу же, на каком я, кстати, месте? На 10-м. На 7-м, точнее, да? На 7-м. Но в данный момент все равно я, ребят, нахожусь в золотой лиге. Меня вниз, как говорится, не скидывают. Сегодня, наверное, мы еще поиграем в растения против зомби-герои. Хочу попробовать поиграть за растения. Не знаю, получится или нет. И как оно получится. Я же за них пару раз, по-моему, пытался. И мне так не понравилось, что они ходят всего один раз, в отличие от зомби. Зомби ходит два раза, в начале и после хода растений. А растения всего лишь один раз ходят. Так что, как там получится, я не знаю. Ну что? В плане, подожди, а чё? Я нажал, что ли? Вот это я, ребят, ступил. Вот это я ступил. Я трындец. Я не поставил расстановку, да, и, видимо, заговорился. Я просто, друзья, заговорился. Извините, это мой косяк. Я, видимо, начал битву. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, тут понятно, тут будет фейл. Тут будет фейл по всем фронтам, потому что, ну, сам понимаешь. Меня уже здесь на начальном этапе начали прижучивать. Ай-яй-яй-яй, как же так, лопухнуться-то надо было, а? Ну все, начинается долбежка, да? Давай хоть лунный цветок с тобой, что ли, поставим, я не знаю. Ну, хоть проиграем, но с музыкой. Ну, конечно, противник меня опережает, ясен перец. Так и будет. Так и будет, он меня будет опережать. Так, может быть, Маркадемию сюда поставим. Но... Да, заговорился. Просто, друзья мои, заговорился. И вот так вот получилось. Нажал на бой. Да, глупость, конечно, сделал. Этот еще начинает тут прожимать нас, продавливать, да? Понятное дело. Я офигею. Да. Так, сюда гриб поставим. Давай сюда Маркадемию влепим. Солнечный катапульт пускай сзади. Не, ребят, мне никак не успеть мне. Тут их хотя бы немножко даже... отбить, что ли? Чтобы хоть какое-то было время для расстановки моих войск. Просто и прут, и прут, прут, и прут бесконечно. Вот и все. Я даже ничего не могу среагировать, ничего сделать. Да. Глупо, конечно, получилось. Глупо, ничего не могу сказать, ребят. Так, 10 секунд, ну, понятно, тут сфейлился, короче, я. Да, глупо вышло, очень глупо. Вот так вот за свои ошибки ты и расплачиваешься. Тем более, я вполне мог выиграть здесь.
Вполне. Блин, поборолся за 6 пиньят. Ладно, давай. У нас еще есть с тобой шансик. Даже не один. Поехали. Тут же видишь, как начинается. Если ты с самого начала взял преимущество по очкам, то можно уже где-то на 70% сказать, что ты будешь лидером. Потому что тяжело потом урваться. Так. Дальше мы поставим с тобой мины. Мины. Сюда, наверное, тоже мины влепим. Сюда сумрачные катапульты пускай стоят. Так, дальше, дальше, дальше. Наверное, сюда тоже сумрачные катапульты. Их много не будет все равно. Здесь грибы пускай у нас находятся. Вот так вот. Этот ряд тоже сделаем из грибов. А этот ряд сделаем из мин. Попробуем вот такую вот соляночку с тобой разыграть. Поехали. Ну что, чудик, зомбобосс. И почему он, интересно, круче других зомбарей? То, что у него башка как фиг знает кто. Как у Дауна. Или чё? Боссом тоже он себя назвал тут. Хлыщ голимый. Ну, так. Сюда грибок влепим. Так, удобряха. Удобряха, это классно. Ой, зачем я... Чё я начинаю творить-то? То ли от паники начинаю тут переживать и все делать не в попад. Эти тут летят. Твою ж налево, тут все мне поели. Так, грибы, грибы, грибы. Конечно, надо выставлять грибочки. И вот это вот. Опа. Хоть кого-нибудь там затянуло, что-то я не вижу. Вроде как затянуло. В бездну. Что у нас там по очкам, ребят? 700 тысяч, это хорошо. 700 тысяч, это великолепно. Воу-воу-воу. Что-то я не помню, чтобы у нас в тот раз какие-то буйволы были. А сейчас они появились. Трындец, что-то нас проминают. Ладно, попробуем так сделать. И вот так. Даже еще пока ляма не набрали. Я имею в виду очков. Ляма очков пока у нас с тобой нету. Окей, сделаем так. Тут-то какого лешего у нас... Прорехи, а? Мина есть хоть одна? Есть. Давай, активируем ее. Еще одну. Пускай плодится. Так, дальше что? Сумрачную сюда поставим. Сюда. Грибок. Так, ну лям 200 уже есть. Это уже радует. То есть определенный задел сделали. Тут уже хоть пускай он там бринчит, хоть что делать. У нас уже есть определенный размер наших очков, да? Лям. Лям попробуй теперь еще за 17 секунд набить. Ну, ему не лям, конечно, нужно 600 тысяч, но это очень тяжело сделать. То есть, грубо говоря, это уже победа за нами. Да, победа за нами. У нас даже уже лям 600. Фух, я уже просто перестал даже сюда кого-то выставлять. Ну, нет смысла, потому что победа все равно за нами. О, парень, как ты... Как ты хотел вот этим вот пройти? Нет, конечно, ребят, это заведомо проигрышный вариант. Тем более брать цитрона. Еще и подсолнух с собой. Нет, конечно же, нет. Ну что, черника 10 штук. Неплохо, я тебе скажу. Так, это у нас сладкий перец катапульта.
Тоже нужно покупать это растение. Ага. Вот это, кстати, очень мало где применяется, этот грибок любви. В основном на уровнях, где есть динозавры. Так, 10 призраков. Окей. И чилибин. Давно не выпадал этот малыш. Вот и все. Здесь, как говорится, мы достойно подрались. Так, у нас с тобой последняя перчатка. Давай посмотрим, что у нас там разыгрывается. Кстати, я не посмотрел, а что, за что мы с тобой боремся? По-моему, за деньги, да? Сейчас будут финансики у нас. Так, поехали. Расставляем. Сюда, сюда. Погоди, а как мы там дальше-то делали? Я уже... Как все-таки быстро все это забываешь? Ладно, сейчас мы с тобой вот это все повыставляем. Здесь у нас мины были. Так, здесь катапульты. Так, а дальше что мы с тобой сделаем? Наверное, ряд грибочков. Вот так вот сделаем. Ну и два ряда мин. Классика. Ну что, я в принципе готов. Поехали. Головастик этот вышел тут, а? Ну что, давай пободаемся. Что там топает топотун? Сразу получил люлей. Дотопался, а? Давай, 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 родные мои. Вжариваем, я еще вот так вот вам помогу. О, великолепно. Найс, по-моему, найс. Дыдыч. Только взрывчики происходят, да, везде. Блин, мне бы, конечно, удобрение бы не помешало бы. О, есть. Давай-ка так вот сделаем. Плодим. Плодим с тобой мины. Так. Пульты. Опять наверху. Вот я вот все время наблюдаю, ребята, что наверху начинается вот первые наши, как говорится, где ряды пробивают. Это именно наверху. Так вот всегда почему-то получается. То ли там защита слабеет, то ли как они там пробиваются вообще. Так, катапульты. Тихо, давай помогать. Давай помогать, конечно же. Так, это все забираем. Где удобряшки мои, а? Где, я спрошу, мои удобряшки? Нету, да? Не хотят они мне их давать. М-м, не хотят давать, и все. Дали. Слишком, блин, поздно дали-то. Когда уже тут практически меня... Разбомбашили, да? Ну, лямчик мы уже с тобой насобирали. Лямчик насобирали. Так, лунного цветка нету. Давай, активируемся. Лунный цветок, он нужен... Тихо, он нужен везде. Так, мина, 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 плодись. Сюда, сюда поставим. Так, это я забираю. Сделаем вот так вот. И грибами быстренько с тобой. Можно даже орехи просто выставлять уже. От нечего делать. Лишь бы, как говорится, зомби встретили какое-то сопротивление, чтобы не проходили по прямой. Понимаешь, да, о чем я? 38 секунд у нас сейчас с тобой битва будет длиться. Так что продолжаем отбиваться, сдерживать все, что в наших силах. Все применяем, все, что можем. Блин, гитарист, ты достал уже. Ты вот запалил просто-напросто меня. Серьезно говорю. Ну, что там происходит-то? Пробивается, проходит, да? Пытается пройти. Нифига там уже, что только на меня. О, все практически уничтожили с моей стороны. Но я, тем не менее, лям 500 успел урвать. Опять же, противник слабенький. Смотри, первого уровня. Вот это вот все основное.
Вот смотри, как можно отличить донатера от нормального игрока. Если человек, который играет основную кампанию, даже прошел, да, и все там подобное, он получил бы вот это растение, ну, как минимум второго уровня. Да? А у него, смотри, есть лоза, вот это вот виноградная, да, по-моему, третьего уровня. Ну, мята фиг с ним, ментоловая, пускай, не ментоловая, это взрывная мята. Ладно, пускай, бог с ним, второго уровня, он там за гема купил. Но вот это вот, как интересно, ты его получил. Чисто сидел на арене. Так, у тебя должно быть растение тогда. А если у тебя растений нету, значит, ты их покупал. Ну, донатер, ребята, ему вместо того, чтобы деньги вкладывать, надо было просто идти и прокачивать своих обычных хотя бы растений. Ну, это лично мое мнение, может быть, я не прав. Ну, как так, у него лоза вот третьего уровня, да, остальные все первого. Нету логики в этом. Так, ну что, ребятушки, неплохо я сегодня побомбил. Совсем неплохо. У нас, конечно, здесь есть ивент еще один. Где он? Вот он. Это для васаби, да? В награду мы получим 50 премиальных пиньят. Ну, то есть там дадут нам, как тебе сказать, семена, да? 50 семян, а уже они распределятся. Кого и сколько дать. Но я думаю, это будем мы с тобой в следующей серии делать. И все-таки я должен пройти вот этот вот уровень. Сколько осталось? О, 32 дня еще. Ребят, конечно, успею пройти. Вот этот надо будет побыстрее. Тут 6 дней всего лишь длится. Так что увидимся в следующих сериях. Всем пока и до скорого.